Ну что ты? Купила курицу. Угу. Я-то купила. А вот ты что не купил? На себе. На твою курицу. Что? Тащу туда. Я расставила тебе саму. Ну, девчонки, вот купила, короче, курочку. Сегодня буду готовить, короче, моему бойфренду. Короче, 3-литровые баночки в духовочке. Ну и все, девки, если что, ходите за мной, все будет чики-пики. Девки, короче, вот у меня курица растаяла, короче, сейчас будем с ней ебаться. Короче, пахана будем заставлять. Давай, нарезай. Ну давай, что, попробуем. Дай. О, ни хрена себе. Да ты ее кусочками нарежь, 3-литровую банку достань. Я сама ее упакую. Ну, ее не разрежу. Чего не нужно? Не было ёлка в холодильник тарить. Да я что ли? Придурок. Бери, сама режь. Ну, бери и режь. Ты мужик в доме или я? Ты. Давай, давай, и... давай, давай. Короче, девки, это все, короче, курица еще у меня не оттаяла, короче, переносится на завтра. Короче, пахану мне нарезать не мужу. Давайте завтра. Короче, баночка будет готова и все. И... приготовим, посидим, побудем, изожим, поговорим. Да. Ну вот, курочка у нас растаяла. Сейчас будем распанакивать ее. Ты распанакивай попозже. Ты давай-ка две лаврушечки вниз и штучки 3 перчика. А потом уже курицу укладывай. Давай, как скажешь. Кидай, кидай. Он лишний не будет. Ну. Перец с горошком. Угу. А теперь бери режь курицу. Крылышки отдельно, как обычно. Понятно. Ляжки отдельно. И только рачка можешь напополам еще разрезать. Да, льдинка упала. Но она в пакете же была. Сейчас. Ты же у нас на мясе работал. Давай разделывай. Да я работал. Никто. Не отрицает. Ну ты еще на пол урони. Ну, зачем? Я же не дорезал еще. Че ты? Ну, я сейчас просто распанакаю. Сейчас, ну, короче, да, девчонки, да. Делаем так. Сейчас, короче, отрезаем окорочка, потом крылышки, а вот эту курицу уже на квадратики. Пусть порежут. И все укладываем. И, наверное, дорубишь. Ты издеваешься? Я что, блядь, для этого топор покупал? А для чего? Меня зарубить, что ли? Вместо курицы. Под руку уже не лезь. Давай рейси уже, а. А то скоро гости придут. Это кто? Ну, Олежка Монгол придет. Он бушил курицу кормить. Да в эти перья выдирает. Общипали не так. Не общипали на путем не. Не общипали, вот именно. Путем. Ну вот, свой сделали. Еще добавили одну лаврушку и пару перчиков. Сейчас еще пусть режут. Так, ну теперь это грудинка. Ну вот один раз, когда в духовке приготовили, только у нас единственный раз банка почему-то лопнула. А, ну да, это новая банка. Это так не... я тебе другую дала. Ну так я тебе про что я говорю, это нет, не в только приготовили. Ну вот, девчонки, короче, курицу всю разделали. Теперь добавляем еще лаврушки. Так, перца этого уже не надо, короче. Теперь да, солим что? Сверху. Чтобы она не сука... соленая была, потому что она свою жишку даст, соль упадет вниз. Ну, она так пропитается. Ну, естественно. Так, чеснок есть? Ну. Вот еще и это, знаешь что? Это вот этого перчика добавить черного. Для красоты. Он все равно в жишку уйдет.
А ты его не мельчи. Напополам. Вот для запаха сюда положи. И все. Вот так. Ну вот, скоро курица будет готова, так что, девчонки, приезжайте. Бутылку привозите, посидим, погудим и под курицу. Ну что, ставим курицу в духовочку. Так, одну секунду. Остается ждать только. Поставили теперь. Газ включили. Все. Теперь будем ждать. Ну, часа полтора-два. Как минимум. Стоп. Закипело. Кипит. Ну, будем ждать. Пойдем. Ох. Так, стоять. Где мы сейчас? Накалилось уже. Так, во сколько мы? Ну, считай, почти час стоит. Ну, я не знаю, что. Ну, что, или потом наготавливать придется. Или, блин, или вытаскивать, пробовать. Так, Ира. Что? Я вот почти час, да не почти, а уже где-то час назад поставил. Что, думаешь, сготовилась? У себя спроси. Так, одну секунду. Готово. Пушка, она уже давно приготовилась. Стой, курица, стой. Она недолго готовилась. Ой, пусть постоит маленько. Я не... Так ты ее достань, пусть да? Она здесь постоит. Зачем? Пусть она пробуркает, пока еще в кипятке. Нет, кури. Так, ну все. Че, надеюсь, курица сготовилась. Доставать будем сейчас. Твою мать-то, а! Ведь так и знал. Ну все. Курица осталась без бульона. Лопнула банка, это ты накаркала. Это не я накаркала. Это ты накаркала. Так ты доставай быстрее, какая. Весь бульон еще не вышел. Кого? Да он весь вытек. Это ты вытек. Придурок! Ставь туда! Дай! Тарелку, блядь! Всю тарелку? Да, именно! Не сказал, что блюдце, да? Да достань ты ее, придурок! Ты что думаешь, она такая холодная, что ли? А я не знаю. Так вот и я не знаю, как ее достать оттуда. Сейчас она вся вывалится. И сказал же, не лезь под руку. Доставай. Доставай. Хорошо бы достать еще. На, может, сама попробуешь? Так, давай по-другому сделано. Духовку включай. Да она выключена.
Кого? Вот, пусть банка остынет. Потом достанешь. Ты нормальный или нет? Сейчас... Это ты нормальный. Ее надо сейчас, пока духовка не остынет, перевернуть и вытащить так. На, иди будешь собирать сейчас. Сейчас ты будешь собирать. Да тебе не про это говорит. Да. Ты с решеткой вместе вытащишь? Слушай, я тебе говорю, верхушка не дает, горлышку. Кстати, помидоры в голове не разбила. Ты же видишь, днище вывалилось. Теперь как я тебе ее наклоню-то? Тебе же клони на бок положь. На какой? Да... Хож на свой. Ну вот теперь в другом. Стеклашку вытаскивай. Вот так у меня пахан готовит курицу, блядь. Видали? Что ж... Да, вторая банка. Ниже пролетает. Да что, девки, это что, к нам не приезжайте, короче. Он скоро приготовит и будете есть, короче. Ну, лучше не ешьте. А мы так посидим, погодим и зажить поговорим. Изначально. Блин, когда схватала. Ну? Она хоть прожарилась? Прожарилась, она мягкая. Слава богу. Давай, пробуй. Пробуй, пусть, снимай. Ну, пусть маленько остынет, или что, я кипяток должен пасть и пихать? Пробуй. Ладно, чё, будем снимать пробу. Не, правда, реально приготовилась. Я даже не ожидал. И на соль, кстати, нормально. Я же не пересолю. А, ну ты там, может быть, это ж я тебя обычно пересаливаю. Это ты мне всё пересолил. Безумный пар с вами. Всё будет чики-пики, где